Друзья, приветствую каждого из вас. Хочу поделиться сегодня словом. Это книга пророка Исаии, 1 глава, 19 стих. И Библия говорит, Бог говорит, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Я вижу, что Бог наш, Он добрый Бог, Он милостивый Бог. И Он говорит, если захотите, мы должны сами захотеть. Он никогда никого насильно не будет направлять. Он говорит, если захотите, то есть мы видим, что в Новом Завете Иисус также говорит, имеющий уши да слышит. То есть это не говорит о том, что каждый человек, кто слышит, он именно принимает это к сердцу. Мы должны захотеть, быть активированы на это, чтобы слышать то, что Он говорит в нашу жизнь. И послушайтесь. То есть не просто послушайтесь, а будете исполнителями этого слова. И Он дает обетование, Он говорит, что будете вкушать благо земли, те блага, которые Он приготовил для каждого из нас. Бог да благословит каждого из нас, и давайте мы будем хотеть этого, желать и исполнять во имя Иисуса. Аминь.